Привет, мой дорогой подписчик. У меня есть для тебя парочка интересных вопросов. А именно, хотел бы ты увидеть интересные автомобильные мероприятия? Гитарный бомж-автомобиль из линии ВАК Volkswagen Polo. Обидненько. Или также увлекательное путешествие. Впереди ворота. Опять какая-то, наверное, реставрация. Гуляешь, короче, такой, да? Смотришь. Дворец. А не знаю, видно, не видно. А вот там такое здоровое большое гнездо. Ну не, ну это нормально же, правильно? Так и должно ведь быть. Это кого-то жилая комната. Тут пишет комната Зубовых. Все-таки хотели бы увидеть что-то из рабочих будней. Хэви мотор 5,7. Привет! Ты тут охранник? Ого! Завели. Классненько. Три рычажка. Шлеп. Это назад, это вперед. Ручник. Вперед. Блять. Поехали. Фух, потел ты, капец. Фух.
мечтал. Вот такие разгрузки мне больше всего не нравятся. Или вы все-таки хотели бы увидеть интересные распаковки, так сказать, unpacking? Это американская версия, не европейская. В чем отличие? Это потом. Фланчик. Фланчик идет, чтобы регулировать давление в шинах. Моторчик у него тут сзади, но не спереди. И он раскладной. Открывается, раскладывается. Обычно так у мальчиков по утрам. Вот так оно выглядит. Вот так тут выглядит все. Меня зовут Влад. Я живу в своей прекрасной стране Эстонии. Переходим на мой канал и подписываемся, ставим лайки. Не забываем поставить, нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые серии. Потому что впереди будет очень-очень много всего интересного. Я для вас еще очень много всего приготовил. Так что погнали!